Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас обзор на караван Лунара Рива 2002 года выпуска, 380-я модель. Это длина его внутреннего убранства. И с дышлом, со всеми свесами, с бампером будет длина данного каравана в районе 5-10 сантиметров. Цена данного каравана 412 рублей. Караван прибыл у нас из Великобритании в идеальном состоянии для своих лет. Ну и вообще свежий такой караван. По ширине он ровно 2 метра. Очень, конечно, удобно по лесам, по горам, в лес, на озеро. Двух-трехместный он идет у нас. Клиренс у данного каравана высокий, на мой взгляд. Все равно не низкий он будет. Вот своя Лунар. Эмблема еще осталась, сохранилась. Ничего не высвело. Все наклеечки по бокам все присутствуют. По уголочкам сразу же. Здесь такой декор сделан. Может, там микротрещинка была у хозяина, он сразу же поставил отбойничек, чтобы дальше ничего не заливало без подкрасов. Алковская система тормозов стоит. Такой очень чистенький, светлый караван. Внутри это вообще как новый будет по состоянию. Запасочка присутствует. Ну, все уголки, все в идеальном состоянии. Что доска спереди. Очень такой крепкий караван. Все техосмотры все имеют, все как и должно быть. Ну, здесь такие мини-отбойнички, может, микро, как часто бывает, но никуда от этого не денешься. Уголки все обработано было. По кузову он действительно такой. Нет каких-то потертостей по нему. Видно, что мало пользовались. Плюс, конечно, он удобный по весам. Масса без нагрузки данного каравана 565 килограмм. Полная масса 700 килограмм. Что позволяет его буксировать абсолютно любым автомобилем без категории Е к Б. Арочки в безупречном состоянии. Резина вся одинакова. Эвент стоит 13-я. По подвеске у нас резина жгут в отличном состоянии. Балка как новая. Ну, рама вообще в идеальном состоянии. По всему спереди, сзади полы все крепкие. Люки, само собой, все целы. По стеклопакетам тоже нареканий нету. Наклеечка сохранилась. Арева. Вот он, бампер сзади такой шикарно стоит у данного каравана. Весь целенький, без подкрасов караван. Говорил, что никаких ремонтов, подкрасов не было на данном караване. Что вот без коцок. Наш, конечно, сайт. Ребята, смотрите, заходите. Точно вся информация по наличию. Раз и здесь посмотрим, грибок имеется. Безупречно, конечно, все уголки, все низы. Такой чистенький, ровный, аккуратный караван. Бойлер здесь уже на 10 литров стоит. Вот накладка на бойлер идет. Все пакетики. Все одинаковые. Миненных нету на нем. Место под аккумулятор. Также арочка. Вот она. Эвент резина 13-я стоит. Понятно, что в туалете уже глухое будет стекло. Подмерзло чуть-чуть. Тетфорд.
Все тут чистенько, аккуратно, инструкция также сохранилась. Внутрь зайдем, посмотрим. Так что ориентируйтесь, потому что этот обзор все равно нацелен чисто на караван, на состояние. Ничего более он не несет. Здесь, конечно, велюровый диван. Очень такой идеальный. Но он внутри по состоянию как новый будет данный караван. В принципе, с плиты начнем. Плитой. Могу сказать, что не пользовались. 4 комфортки. Тут я думаю, что должно само за себя все говорить. Ну. Стекло туда открыли. Все чистенько, аккуратно. Ну, такой как новый. Внутри стекло также присутствует. Кран холодно-горячий, насосик имеется. Шикарно, конечно, все. Также обои, что боковые, что на потолке. Все, свои стандартные обои идут. Шторочка. Вся целая. Полы все крепкие. Тут, конечно, такой под бокальчики. Ну, столешницы. Без повреждений. Электролюкс у нас, холодильник стоит. Запахов нету. Я думаю, что вообще мало пользовались. Электролюкс с большой морозилочкой. Причем такой же караван. У меня еще один. Купил сейчас в Великобритании. Едет. Все. Абсолютно такая же модель. Только у разных продавцов. Покупал. Буквально даже случайно, потому что один у собственника забрали, а этот уже караван забирали у дилера. Ну вот, велюр новый. Здесь также арка. Смотри, вся целая. Уголочки, смотри, действительно в идеальном состоянии. Здесь ковер идет у хозяина дополнительно. Ну и по низам, если посмотреть, конечно, что раздувы все стоят. Нигде он не был ни подмочен, ничего. Что везде, по холодильнику. Все очень, все шикарно. Такой чистенький, вообще чересчур даже, я бы сказал, он чистый. Все уголочки. Все, конечно, где вы смотрели, щелкайте, смотрите. Стол штатный также имеется. Здесь тоже дополнительно все раскладывается. По ящикам. Здесь, конечно, полные документы на караван. Все сервисы, все документы. Все имеются. Вот также диван, конечно, шикарный. Здесь ящик открывается. Снизу заглянем. Конечно, вот он бойлер. На 10 литров газ электро стоит. Ну, конечно, очень, конечно, модель хорошая. Ну, действительно, придраться к чему-то можно, к любому каравану, потому что они все не новые. Ну, действительно, стоящий экземпляр. При наличии. Причем выбор есть. На этой неделе, я надеюсь, еще такого плана при караване 3 будем растормаживать. Ну, очень так шикарно. Триматик стоит, газ электро, пьезо ручная, очень удобная, простая. До минус там 10-15 градусов можно караваном пользоваться, кроме воды. Ну, понятно, что следов потеков нигде нету. Потому что, как правило, такие караваны вообще мы не покупаем. Ну и даже не рассматриваю. Потому что нет времени ремонтировать, ничего. Приехал, сделал обзор, выложил, поставил на площадку, запустил, еще раз проверил. Вот он стол. Тетфордик. Душик. Холодная, горячая вода, все.
конечно, нефть, раздув стоит, поддон, все обработано, все уголочки. Конечно, все шикарно, причем, как и должно, такие же обои. Ну вот уже вот в этом шкафу стенка. Вот. Все очень классно. Так что, ребят, караван в наличии. Находится в городе Пскове. По адресу улицы Николая Васильева, 82А. Какие есть вопросы? WhatsApp работает. Не забываем, ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Спасибо за просмотр. Всем пока. До скорых встреч.